Как увеличить свой тестостерон в 500% и стать просто монстром бодибилдинга именно сегодня? Сейчас я вам расскажу этот секрет. Ага, аж два пальца. И что вы ожидали дальше увидеть? Как повысить тестостерон? Давайте разобраться, почему эти все заявления ошибочные и ничего с реальностью они не имеют. Одни говорят, что какие-то бустеры улучшат ваш тестостерон на 500%. Другие говорят, что интервальное голодание улучшает ваш тестостерон. Другие говорят, что если долго сидеть на воздержании, то ваш тестостерон просто взлетит. И полно еще другого бреда, который вам советуют. А чаще всего, когда вам советуют какие-то бустеры, которые увеличат ваш тестостерон в 500%, они, скорее всего, и продают эти бустеры. Но чаще всего в этих бустерах содержат просто обычные витамины, и при их недостатке в вашем организме, если вы будете их пить, ну, как-то они улучшат ваше здоровье. Вот, в принципе, и все. Давайте сейчас я расставлю вам все по местам, чтобы было понятно. Какой же будет все-таки эффект, если ваш тестостерон просто взлетит наверх, и вы превратитесь в монстра? В данном исследовании людям давали анаболические препараты, то есть им давали инъекционный тестостерон на протяжении 10 недель. Из-за такого резкого скачка тестостерона у них выросли силовые показатели, улучшилась выносливость, увеличилась мышечная масса, и уровень ихнего тестостерона вырос почти в 400 с чем-то процентов. И это анаболические препараты, то есть тестостерон именно вводили им, а какие-то индивидуумы вам втирают якобы легальные препараты или способы, которые каким-либо образом увеличат ваш тестостерон. Не кажется, что какой-то бред? Если бы все так было легко, все бы пили эти бустеры, и у всех был бы хороший тестостерон, но тогда бы, скорее всего, их запретили, если бы они работали. Вот так. Перед тем, как верить в какую-либо информацию, проверяйте ее кучу раз из разных источников. Но у меня есть для вас один действенный метод, который увеличит на 50% ваши силовые показатели и увеличит ваш тестостерон во много раз. Вам просто надо подписаться на мой ТикТок и Телеграм. Ссылка в шапке профиля. Проверяйте. Будьте здоровы!